В детстве Вера мечтала обо всем, что с ней сейчас происходит. Она не привязана к повседневным мелочам, может представить свой любой день без чего угодно. Она сдержана настолько, что даже не помнит, когда последний раз смеялась до слез. И рабочей стороны у Веры нет, потому что все ее стороны безработные. Если вы вдруг увидели Веру на улице и не можете подобрать нужных слов, чтобы к ней подойти, то лучше не подходите к ней вовсе. Скорее всего, ей будет с вами неинтересно. При этом, несмотря на всю свою сдержанность, если спросить Веру, тоже ли ей приходит порно-спам, она ответит, что это вовсе не спам. Что дали, то взяли. Пересчитали пальцы, руки, ноги, слюны и были позваны. Бог расписался и меня, что да поздно. Сверток вечером поздним принесли домой. Любить, а торговаться нужно было дюже. Далее просить тоньше бедра уже. Мальчики хворые решили превращаться в мужчин. Тоже нашли для огорчения. Если привыкнуть сложно, мы не так уж плохо сложим. Скроем и, может, грех, и не умело. Но я люблю это тело, а вот и привыкнуть сложно. Подводила меня нисколько. Это тело принесло меня от Калининграда до Владивостока. Это тело горело, любило неистово. Пылка, пылка, пылка. Даже боги удивлялись такой выдумке. Это тело было всегда со мной заодно. И позорились вместе, и падали на самое дно. И даже после самой безмозглой ночи только тело знало.
сложный, скроенный, и может это и умело. Но я люблю это тело.